Всем привет, с вами Артур. И сегодня в ремонте Subaru Forester. Буду ремонтировать бок машины. Итак, как видите, удар не слабый. Повреждены две двери, переднее крыло и порог. Вопрос, насколько порог поврежден, выясню потом. А пока меняться будет только двери, крыло будет равняться. С порогом решим позже. Ну что, разбираю машину. Первым делом открываю двери, потом снимаю их, вытаскиваю сиденье, поднимаю ковер. И что мы сейчас видим? Порог действительно поврежден сильно. Поэтому будем его тоже менять. Ну что, начинаю ремонт. Для начала я вытаскиваю весь порог. Сейчас он похож на банан. Итак, порог насколько можно я вытянул. Полностью его вытянуть, естественно, не выходит, потому что замяты внутренние усилители, которые ему не дают. И теперь я буду отсверливать и обрезать металл поврежденный. Но сначала удаляю верхний облицовочный металл и затем принимаюсь за вот этот усилитель, который довольно-таки толстый и согнут довольно-таки капитально. Итак, среднюю стойку удалил. Как видите, внешний и внутренний металл усилителя отрезаны в разных местах. Так удобнее потом сваривать. Ну и незачем. Продолжаю удалять усилитель. Сейчас самого порога. Обрезаю и высверливаю. Thank you.
Итак, усилитель удалил. И сейчас примусь за донорскую деталь. Вот она лежит. Тоже ее рассверлю. И затем будем приваривать. Ну а пока дотягиваю порог, пока нет усилителя. Сейчас он идет довольно-таки легче. И можно его сейчас до конца вытянуть. Итак, порог вытянул, и вот эту жестяночку я решил заменить на донорскую. Отсверлил ее, примерил и затем сварил. Ну вот она сваренная. Теперь можно приступать и к усилителю. Итак, примеряю усилитель. Получилось сразу же его подрезать нормально. Но если все подходит, сварим. Чтобы сварить шов на средней стойке, мне пришлось ее чуть подтянуть. Но и заодно прихватил ее и примерил задние двери, чтобы все сходилось. После того, как примерил, до конца сварил все швы, обварил, зачистил, загрунтовал, если не забыл. Ну и приступил к примеру уже облицовочного металла. Поставил. Затем обчертил это все. Ну, чтобы были ровные швы. И затем подрезаю по чуть-чуть. И подгоняю. Ну вот, подрезал. Сейчас можно и сваривать. Смотрю, чтобы совпадали крепежные болты дверей, завес. И там же скручиваю верхний металл, чтобы он не двигался. И свариваю. Затем зачищаю. Итак, порог со стойкой вваренный. И чтобы не заморачиваться и не терять время, я решил их загрунтовать, зашпаклевать, ну и все такое. Ну и затем я примеряю все двери, выставляю их, все подходит, подровнял крыло, ну и машина как бы готова на покраску. Сначала я покрасил проем, ну а затем остальной бок машины. Комбо.
Ну и после того, как покрашу, я ее соберу, немного полирну, и машина выйдет вот в таком виде. Как видите, ремонт закончен. Сейчас шубарик выглядит так. Ну а я предлагаю вспомнить. Вот такой он ко мне приехал. Вот такой он от меня уезжает. Ну, на этом, пожалуй, все.